Сейчас рядом со мной стоит Андрей Маякин, Павлопосадский гофрокомбинат. Андрей, расскажите, пожалуйста, про ваш комбинат и сколько лет вы уже на рынке? Что производите в первую очередь? Да, наша компания на рынке чуть больше 11 лет. Мы занимаемся производством гофрокартона и гофроупаковки из гофрокартона. Соответственно, у нас полный цикл производства. Мы закупаем макулатуру, перерабатываем ее, делаем из нее бумагу. Из бумаги мы делаем картон, а из картона уже готовые изделия, гофроупаковку, гофротару. Здесь на выставке мы присутствуем. Ну, во-первых, у нас есть собственный стенд. Приглашаем его посетить. Также это отличная площадка, чтобы найти своих клиентов, поделиться информацией о компании. То есть, ну и как рассказать о нас как новым клиентам, так и с действующим. То есть здесь мы проводим переговоры, встречаемся, доводим о себе. Сейчас уже идет третий день выставки ProtExpo. Скажите, каких успехов удалось достичь вот за два прошедших дня? Вы знаете, ну, свой стенд на выставке на этом мы поставили впервые. Вот. Но, как показала практика, да, за прошедшие два дня есть плодотворные результаты. Вот. Ну и, соответственно, наши сотрудники здесь не первый год с успехом работают, налаживают контакты, ну, продвигают наш продукт. Андрей, спасибо вам огромное за интервью и желаю вам успехов.